Я вас проверю. Андрей Иванович, вот вы сдали очень много экзаменов в процессе подготовки к первому полету, ко второму. Какой у вас был самый ненавистный и самый тяжелый? Ну, наверное, самый ненавистный экзамен – это скорее не экзамен, а тест, который, увы, приходится сдавать каждый год на ежегодной медицинской комиссии, это кресло Кука. Когда тебя сажают вот на такое кресло, как мы сидим сейчас, начинает вращать поток своей оси со скоростью 1 оборот в секунду, тебе при этом нужно голову наклонять вверх-вниз или вправо-влево, чтобы еще больше раскручивать вестибулярный аппарат. Нужно все это делать, терпеть 10 минут. При этом тебе разрешается побледнеть, и, собственно говоря, все. Может немножко пульс, ударов на 10 увеличится. А все остальное, если изменяется параметр твоего организма, это уже могут расценить профессиональные неудобности. Это самый противный тест, честно вам скажу. Я сколько